мнение населения. Бизнес-технологии. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире наша традиционная программа «Бизнес-технологии». Мы выходим понедельник, среда, пятница с 15 до 16.00. И в наших эфирах мы освещаем различные вопросы зарабатывания хлеба насущного и организации социальной жизни, которая этому способствует. На прошлом эфире мы обсуждали вопросы местного самоуправления. У нас в гостях был Игорь Еловацкий, руководитель рабочей группы при правительстве Российской Федерации, который, в общем-то, дал достаточно исчерпывающую юридическую оценку и трактовку того, в каком состоянии сейчас находятся органы местного самоуправления. И после этого эфира к нам пришло достаточно много вопросов от радиослушателей, которые уже даже начали на практике задавать вопросы, с чего начать и чем закончить. В частности, был звонок из Керчи, где мы обсуждали с инициативной группой создания местного ТО в прибрежной зоне. И, в общем-то, сегодня мы решили провести еще один эфир, посвященный этой теме. У нас в гостях Игорь Еловацкий, руководитель рабочей группы при правительстве Российской Федерации, и Вадим Малышев, член инициативной группы по созданию органов местного самоуправления в Московской области. Здравствуйте, Игорь и Вадим. Здравствуйте. Добрый день. Игорь, давайте вот по горячим следам пройдемся по обращению граждан, связанному с организацией ТОСА в Керчи. Угу. Они написали письмо, потом, собственно говоря, созванивались, да, и вкратце вот из письма я понял так, что люди ведут предварительную работу по созданию, по оформлению юридического ТОСа, то есть границ муниципального образования, да, и по созданию последующим органа местного самоуправления. У них есть определенные трудности. Какие это были трудности? С каким вопросом они к вам обратились? Ну, собственно говоря, они обратились с вопросом, что у них сейчас не регистрирует депутатская сессия участок, на котором они собираются проводить свое самоуправление. Вот, предлогов, опять же таки, пока никаких, просто не рассматривают. Угу. То есть депутаты на поданные заявления никак не реагируют. Угу. Но, опять же таки, вопрос в чем, что, как подготавливать эти документы и для чего? То есть, по сути, депутат и делегат, они тождественны. Вот это практически... Еще раз я проговорю. Делегат органа, совета, да? Ну, совета городского, районного, там, сельского. И делегат территориального органа самоуправления, это, в принципе, тождественно, они просто по разным федеральным законам избираются. Да, они избираются по разным законам. Один депутат избирается по спискам или по закону о выборах, то есть это закон о партиях 95-й, а 65-й – это закон о выборах. Uh-huh. А народный делегат – это свободные выборы, то есть, например, ТОС организовывается, и избирается делегат, который будет представлять подъезд, например. Например, uh-huh. если подъездов 4, то 4 делегата. И эти делегаты, они имеют такие же права и полномочия, как у депутатов. Uh-huh. Только избираются они на сходе, на тех выборах, на свободных выборах, которые проходят на той территории, где они будут управлять. То есть не надо собирать постоянно массу людей. О, как интересно. Означает ли это, что поскольку права одни и те же, да, и полномочия, то, соответственно, дальше эти люди могут сами оформить участок, протоколы, приложить к протоколам схему участка территориального, да, и уведомить органы государственной власти и больше ничего не делать. Об этом и речь, что они уведомляют своим протоколом, который подписывают, что они с приложенной схемой и территории, на которой они будут проводить самоуправление. А эти органы, которые избираются на свободных выборах, имеют такие же полномочия. Uh-huh, uh-huh. Вот, на то оно и местное самоуправление, что вы берете ответственность на себя за управление этой территорией. Uh-huh. Поэтому искать у депутатов поддержки, это, ну как, это первый начинается как процесс, где можно столкнуть людей. Uh-huh. Вот что они, мы не регистрируем, то есть вы уже под властью.
а не речь о том, что вы занимаетесь местным самоуправлением. Понятно. То есть, фактически, вот как я понимаю, вот я нахожусь на схватке, у меня есть формирующийся орган местного самоуправления, у меня есть избранные делегаты, и теоретически можно сделать конфликт интересов, а можно развести так, что они будут даже сонаправлены. Все зависит от того, как правильно подать документы, как правильно проинструктировать и тех, и других. Да. Как дать юридическую консультацию? Ну, опять же таки, мы тут сталкиваемся уже с таким понятием, как толкование закона. То есть, если вам депутаты найдут 20 профессоров или 20 академиков, которых посадят перед одним человеком, перед делегатом, и те с умным видом начнут объяснять или доказывать, что толкование закона в этой части будет преследовать какие-то цели абсолютно другие, то человек просто может поддастся мнению большинства. Ну, есть еще такое прецедентное право, то есть надо посмотреть, как толкуют законы, например, суды, как толкуют законы Конституционный суд, и есть ли какие-то прецеденты на территории Российской Федерации, которые, например, вот эту часть работы уже прошли, и как толкуют другие, в других субъектах Российской Федерации. Мы-то все равно люди молодые, у нас это законодательство, ну, как бы свежее, вот только с пылу жару, и поэтому может быть и такой повышенный интерес. Но, наверное, же есть практика в других регионах Российской Федерации. Ну, практика такая, не признавать. То есть это никто в суды не обращался, потому что считает, что власть, она находится выше. Поэтому практика не признавать таких делегатов. Вадим, Крым недавно вступил в Россию. Вот, и поэтому здесь как бы новые веяния, у людей появились новые законы, они старательно разбираются в этих законах и находят в них всякие интересные для себя вещи. Если говорить, допустим, про Московскую область и вообще про материковую часть России, там ситуация еще более печальна. Люди, в принципе, привыкли жить так, как они живут, и в закон, в принципе, не лезут. Вот. Объяснить человеку нормальному, что он сам что-то может порешать, это достаточно сложно. Он привык, что за него все решают. Он привык спрашивать разрешение у кого-то. У власти, у нотариуса, у какой-то администрации, в суде спрашивать разрешение. И когда ты этому человеку говоришь, что он может сам на себя взять ответственность и просто уведомить органы власти о том, что он эту ответственность на себя взял. Люди не верят. Люди просто в это не верят. То есть такой очевидный факт. Я вот недавно буквально разговаривал с человеком в деревне, которому предлагали стать старостой, и он отказался. Сказал, зачем мне это надо, я ничего не могу. Я ему говорю, как, ты читал 131 закон? Да что там, мне это не интересно. Я говорю, ты понимаешь, что ты в своей деревне можешь поставить сельсовет и просто ей управлять. Нет, я этого не могу. И разговор, как правило, неделями длится для того, чтобы просто объяснить человеку, что ему не нужно спрашивать разрешения, а просто уведомлять власть о том, что он создал местное самоуправление, и теперь он может писать муниципальные акты. Тут есть, наверное, какая-то общая такая ментальная, ну, такой корпоративный сговор. Власть начинает побаиваться от того, что могут возникать органы местного самоуправления. Она готовит какие-то ответные... Мы не регистрируем, мы не рассматриваем и так далее. Люди, понимая, что власть все равно имеет преимущество ресурсное, они как бы в сговоре с ней говорят, да мы не можем, ну, как оттуда сигнал это не поступает. И тут, наверное, действительно нужно проводить работу, и она связана, наверное, прежде всего с теми, кто этот путь прошел. Прошел его, ну, максимально бесконфликтно, достиг каких-то результатов, и вот эти люди должны, наверное, стране и рассказать, как это делается на самом деле. Ну, прежде чем таких людей вообще приглашать в студию, надо всем как посеять такую информацию, в принципе, что ТОС, как минимальная единица самоуправления, создается в уведомительном порядке. То есть создается инициативная группа из 3-7 человек, которая создает протокол о намерении и дальше может составить протокол о создании ТОС и просто уведомить власть. Уведомить власть. Ну, то есть, не только местную власть, но и Конституционный суд, и президентскую администрацию, то есть всех, кого. Прокуратуру, прокуратуру всех органы. Уведомить, и этого достаточно для создания минимальной единицы. То есть, это очень просто. Когда приходишь в администрацию и натыкаешь на то, что нужно какие-то разрешения, какие-то списки, то есть нужно держать в голове, что если тебе дают это в администрации, почему бы не взять? А если не дают, то это не обязательно. То есть, если разложить простым языком, уважаемые радиослушатели, если вдруг вас постигнет, настигнет мысль создать территориальное общественное самоуправление на своей территории, это подъезд, дом, многоквартирный дом, район, скопление многоквартирных домов или даже большие объемы территории, то вам нужно всего лишь навсего провести собрание,
жильцов, да, с делегированием от 50 человек? Нет, опять же таки, вопрос терминов. Не собрание собирать, нужно сход или конференцию. Сход или конференцию, хорошо. И далее... составить протокол этого, да. этого схода или конференции, да, на котором... Протокол о намерении создать территориально-общественное самоуправление. Да, затем провести, собственно говоря... Сбор подписей под этим протоколом, собрать подписи. Одну треть голосов на этой территории, где будет проводиться это самоуправление лицам старше 16 лет. Вот здесь надо пояснить. То есть, например, в подъезде 16 квартир, и делегаты от этого подъезда — это не менее 30% от общего количества жильцов в этом подъезде. Один делегат может... который будет представлять весь подъезд, всех жильцов. Только надо подписи собрать, что они делегируют его не менее 30%. Да, 30% нужно за этого делегата собрать. Дальше. Тем самым ТОС создан, то есть протокол пишется о намерениях создать ТОС, он становится делегатом-председателем, руководителем, то есть эта форма не определена в законодательстве, можно открыть Конституцию и прочитать, что органы самоуправления определяются людьми. То есть нету какого-то, чтобы секретарь был, бухгалтер, председатель, руководитель, директор и все остальные функции. То есть сами определяют, кто будет в этих органах и кто будет как называться. Из этих делегатов проходит вот это учредительное собрание, да? Да. Вы сейчас путанно рассказываете, и это очень долго кажется. Можно короче. Сначала собирается инициативная группа 3-7 человек, которые в принципе готовы создать общественное самоуправление, неважно, подъезд, дом, 3-7 человек, они подписывают одну простую бумагу, одну всего лишь, они всемером или втроем подписывают протокол о намерениях создания территориального общественного самоуправления. И этот протокол, копии, они рассылают? Нет, еще не создано ничего. После этого... Это протокол намерений. То есть они только намереваются создать. После того, как у них есть этот протокол, они, собственно говоря, могут приступить к созданию ТОС. Для этого они делают другой протокол, куда... могут просто путем обхода граждан собрать... Заочного голосования. Заочного голосования. То есть они обходят с другим протоколом, у них уже на руках протокол о намерениях есть, и они создают другой протокол в соответствии с первым протоколом, с которым они просто обходят треть населения, подъезда, дома, улицы, неважно, треть обходят. Той территории, на которой они собираются делать. То есть треть, как только поставила на втором протоколе, треть жителей поставила подпись, то создан. Вот и все. То есть... И этот второй протокол мы оформляем по форме 117, письмо с уведомлением, пишем в 4 адреса: администрация президента, Конституционный суд, прокуратура как надзорный орган. ТОС достаточно послать в администрацию района, на которой территория. Это определяется территория. Территорию вы определили, и вы должны знать, что когда будет создаваться территория рядом. Это я понял. Можно ограничиться письмом с уведомлением в администрацию, да? Да. А здесь прозвучало Конституционный суд, прокуратура и... Это когда вы создаете местное самоуправление. А, то есть... Как когда вы создаете орган местного самоуправления, тогда вам нужно... Так как мы местное самоуправление по Конституции создаем, а не по федеральному закону, и не определяем территорию, а уже у нас территория определена для... местного самоуправления. Понятно. Здесь простым языком нужно сказать так, что вот этот второй протокол, который мы просто копию шлем с уведомлением в администрацию, это орган государственной власти на этой территории, да? Устав. Устав без образования юридического лица. Что устав без образования? Устав тоже посылается и подписывается, ну, вместе с протоколом устав, который мы, в принципе... Сразу же вопрос, где люди могут найти типовой устав? Вот сейчас мы зарегистрировали, запустим на днях веб-сайт, зарегистрировали домену, как она у нас... mesam.ru. Да, местное самоуправление, сокращенно. Mesam, 5 букв, да? Да, на котором эти документы еще раз выложим. Они у нас есть в группе, ближайшая группа, это там «Держава Today» или «ТОС Серб», где можно найти эти протоколы, уставы, письмо о преимущественном проживании, так как... Да, еще тоже немаловажное. Вопрос, я перебью. Вот мы, поскольку мы заговорили об интернет-адресах, а мы с вами на радио, то есть на слух люди не воспринимают, что вбить в Гугле для того, чтобы выйти на эти ресурсы, где лежат типовые документы? Ну, самое простое, это сейчас «Держава сегодня», просто написать «Держава сегодня», а там будет «Держава.today». Угу.
Вот, а там, и на этом сайте лежат все документы. А там, да, искать народ. «Держава сегодня» – это ключевое слово, которое надо вбить в любом поисковике. Яндекс, Mail, Rambler, Google. И вы сразу попадаете на сайт, где лежат все типовые документы, где расписана вся последовательность. Дорожная карта, говоря... План. Опять же, про устав надо сказать, что, как правило, его спрашивают, но эта вещь не обязательная, достаточно протокола в администрацию предоставить. Вот. И теперь я хочу перейти к очень важному вопросу, что вот этот второй протокол, когда, как это называется, голосование, заочным голосованием, люди подписываются, собираются подписи, и если есть 30%, там, кстати, возникает еще вопрос. Треть. А треть – это 33. Да. Да. Но возникает еще 34, вопрос. 34. А вот говорят, что нужна еще справка из органов каких-то ЖКХ, или которые бы сказали, а сколько проживает здесь взрослых, граждан, которые имеют право вообще там что-то подписывать. Дело в том, что ЖКХ, оно в принципе может выдать справку о зарегистрированных гражданах на этой территории, а по закону о ТОСах, по 131-му, нужно о реально проживающих гражданах. То есть, может быть, у вас зарегистрировано одно количество, допустим, всего 2 человека, а реально проживает 100 человек. Вот. И вам фактически нужно собрать информацию о реально проживающих. Еще вопрос. Это имеется в виду имеющих прописку на этой территории? Нет. Регистрация – это одно. Реально проживающие – это другое. Чтобы получить бумагу на руки, что ты проживаешь на этой территории, достаточно свидетельства 2 соседей. То есть 2 соседа говорят, что ты более чем полгода проживаешь на этой территории, в этой квартире, доме, да, и так далее. Неважно. Значит, ты считаешь тут проживающим. Такую справку, в принципе, не могут дать в ЖКХ тебе. Еще вопрос. Это при условии, что этот человек собирается, он проживает там и свыше 6 месяцев и собирается заниматься общественным самоуправлением. При условии. Его можно принять во внимание, можно не принимать. То есть, смотрите, вот я прописан в Ялте, да, а проживаю в Симферополе. Соответственно, я там проживаю. Подписывается бумага о преимущественном проживании. Форма, она у нас, в принципе, в группах выложена. Выложена также и на веб-сайте. Эта форма есть, которая заполняется, 2 соседями подписывается. Все, вы имеете право голосовать на этой территории. То есть людям, которые идут со вторым протоколом по квартирам, по домам и собирают голоса, им полезно, во-первых, знать личный состав, да, им надо просто обойти. Им по-любому надо собрать, кто проживает на этой территории. То есть им, в дальнейшем, они могут сами, без любых органов ЖКХ или органов государственной власти, просто сделать рекогносцировку военным языком. Перепись населения своей территории, на которой они хотят осуществлять местное самоуправление. Для этого и собирается инициативная группа, потому что невозможно одному, двум, там, трем человекам все это делать. Ну да. Территорию управлять, опять же, смотря какая территория управляется. Более того, я скажу, органы местного самоуправления, в частности ТОС, как минимальная единица, она стоит над ЖКХ по закону. То есть ЖКХ как бы обязана подчиняться ТОСу, обязана выполнять его инструкции, скажем так. Распоряжение. А как же коммунальная мафия, ее обиды и так далее? А тут вступает такая вещь, что муниципальный акт, который местное самоуправление пишет, оно приравнивается к закону. И несоблюдение закона – это уголовная ответственность. То есть вы не просите как объект управления, а даете распоряжение. То есть вы там пишете, например, исправить крышу, провести там отопление в такой-то срок, там 14-дневный срок. Если это не исполнено, вы подаете в прокуратуру за неисполнение закона. Все. То есть вы не просите, вы распоряжаетесь, вы владеете. Я больше того скажу, как вот жители материка, они все как бы слышат постоянно эти слова ТСН, товарищ собственности недвижимости, ТСЖ, товарищ собственности жилья. Когда им говоришь ТОС, у них возникает какая-то внутри головы ассоциация, которая что-то как-то близко с ТСН и с ТСЖ. А это принципиально другое. То есть ТОС – это единица, которая стоит выше всех этих. И органы ЖКХ, они же осознанно загоняют людей в эти ТСН и ТСЖ, и потом заставляют эти ТСН и ТСЖ выполнять свои требования. Ну, то есть приходит такой ЖКХ и заставляет там убрать в подъезде, там сказать: ТСН, вы тут плохо руководите, давайте здесь что-нибудь поставим. Вот. Когда же организуешь ТОС, то эта структура, она как бы становится и над ТСН, и над ЖКХ, и уже ТОС может запретить вообще появление
этой управляющей компании на своей территории и выбрать другую, допустим, управляющую компанию. Как такой, это может быть очень обидно. Как веселый пример, это выпустил деньги с откуда? Клин? Нет, ну, один предприниматель, он раком болеет и ушел в поселок, в поселение, и решил, ну, все, умирать так с музыкой, выпустил свои деньги, клионы, вот, и создал местное самоуправление, и чтобы к нему попасть в это поселение, он требует даже флюорографию и анализы крови чиновникам, которые приезжают в его поселение. Когда они тебе приезжают с флюорографией, с анализами о том, что мы хотим попасть к вам проверять, вот он пишет отказ на флюорографиях. То есть, ну, он там прикалывается, просто шутит вовсю. Ну, и тебе ничего взляться, чего, по закону он прав. То есть требование, что пускать или не пускать, это уже от местного управления. Так как по закону охрана территории, это у нас 132-я статья, вот такая вот книжечка, 30 страниц Конституции, рекомендую всего лишь 30 рублей иметь всем, потому что местное самоуправление у нас основывается на Конституции. А глава 8, вот местное самоуправление. И здесь в 132-й статье четко написано, что осуществляет охрану общественного порядка. То есть, вот это, может, непонятная какая-то фраза людям сразу. То есть, ну, если кто смотрел американские фильмы, там шерифы есть такие. Вот местное самоуправление может иметь своих шерифов. Ну, ЧОП на наш язык, частное охранное предприятие, которое охраняет эту территорию. Или она может заключить договор, допустим, с милицией, которая будет охранять эту территорию. То есть оно дает распоряжение охранять, ну, вот, праздники, территории и так далее. То есть, она может просить ГАИ, ДПС, так сказать, выезжать на их дороги, патрулировать здесь. Или наоборот, не выезжать на эти дороги и не патрулировать здесь. Да, знаки, опять-таки, дорожную разметку, то есть это тоже занимаются органы местного. И вот таким вот простым вот мы понимаем, что староста, от которого вот мой приятель отказался добровольно, он, в принципе, становится очень большим человеком, даже имея под собой один небольшой населенный пункт. То есть, фактически, это очень похоже, как жители Новгорода приглашали на княжение Рюрика, а он, в отличие от приятеля, согласился и приехал княжить. Мы когда читаем вопросы местного самоуправления, вот на той передаче я слышал, вы их зачитали, то есть народ может опять не понимать, к чему это вы читаете, то есть создание пожарных частей на территории. Так, когда понимаешь, что с этим можно делать, то есть большая деревня, ты организуешь пожарную часть, покупаешь машины, нанимаешь людей, то есть создаешь рабочие места, и под все под это ты можешь просить финансирование, создаешь библиотеку, культурное место, допустим, клуб, везде у тебя работают люди. То есть в твою деревню спустя полгода потянутся люди со всех окрестных деревень, которые будут просто у тебя работать. Ты создашь там всю необходимую инфраструктуру. То есть, вот сейчас мы об этой теме поговорим. Я предлагаю вот тема финансирования. То есть люди, которые хотят организовать ТОСы, как минимальную единицу самоуправления, над этими ТОСами аппараты, которые называются МСУ, если я ничего не путаю, да, местное самоуправление. Все правильно. Они на самом деле не только имеют цель, ну, как бы навести порядок, улучшить там, тоже все, что упирается в деньги. Где эти деньги брать? Вот, а где, собственно, деньги, Зин? Мы поговорим после перерыва, сейчас послушаем песенку, может быть, будет небольшая реклама. И вернемся и поговорим о деньгах как основополагающей части материального мира. Уходим на небольшой перерыв. Бизнес-технологии. Бизнес-технологии. Возвращаемся в студию, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл программ, посвященных местному самоуправлению в Российской Федерации, применительно к Республике Крым. И мы ушли на перерыв с таким, в общем-то, темой, которую мы сейчас будем освещать. Она связана с тем, что органы местного самоуправления, которые оформлены в виде юридического лица с открытием банковского счета, они могут не просто работать с деньгами, а они могут работать с федеральным местным бюджетом, они могут писать заявки на финансирование, которые могут быть вписаны в бюджет, а также они могут взаимодействовать с налоговой администрацией в части, касающейся местных налогов и сборов с этой территории. Я правильно все понимаю? Все правильно понимаешь, но давай сначала мы поговорим
вообще о первом законе, о местном, в Конституции. На что, на чем основывается? На чем опирается? Основано? В Конституции глава 8, местное самоуправление, статья 130, самый первый пункт. Вот его, наверное, многие читали, но мало кто понимает, что там написано. Угу. Еще раз прочитаю. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, запятая, владение, очень важно, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Очень важный закон, просто многие не понимают. Слово «муниципальное» отправляет куда-то далеко, в какие-то муниципальные образования, и у людей возникает вопрос, что такое муниципальная собственность? И что такое вообще вопросы местного значения? Ну, про вопросы местного значения в той передаче говорится. А вот муниципальная собственность – это люди куда-то отправляются, а на самом деле та территория, которую ТОС под себя определил, это и есть та территория, на которой ТОС может распоряжаться вот этой всей собственностью. Это и есть муниципальная собственность. Это и есть муниципальная собственность. То есть... А если там, извините, находятся, например, здания, которые находятся на балансе у юридических лиц, как быть? Очень просто. Юридические лица начинают вносить свой посильный вклад в это территориальное образование. То есть теперь мы приходим к очень простому заключению. То есть сельский староста, выбранный народом этой деревни, он автоматически начинает распоряжаться всей собственностью на территорию, которая принадлежит этой деревне. То есть вот если они ТОСом огородили деревню как свою территорию, значит все предприятия, все структуры, находящиеся на этой территории, становятся его муниципальной собственностью. С небольшим это военные объекты, там охранные, эти природные парки. Например, там стоит магазин «Сельпо», две заправки, парикмахерская. Он начинает платить налоги в бюджет этого муниципалитета. Местные налоги, то есть не все налоги, то есть НДС там мы исключим. То есть местные налоги, они тоже перечислены в налоговом кодексе. Это налог с продаж, как правило, и земельный налог. То есть они начинают платить. Да, вот я открыл как раз закон вот к местные налоги и сборы. К чему относятся? К местным налогам и сборам относятся земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор. То есть вот эти вот три налога, они вступают сразу же. Но там есть еще, опять же таки, по закону некоторые полномочия федеральных органов могут передаваться, и можно даже федеральные какие-то налоги начать управлять местным. Ну, администрировать. Администрировать, да. Ну, для этого надо создавать какую-то службу, да, там, шерифов тех же, а можно заключить... Опять возвращаясь к тому, что у нас местное самоуправление, оно дает распоряжение на существующие налоговые службы, что вот этот район мы обслуживаем, и все собираемые с этого района налоги, они остаются для обслуживания этой территории, для благоустройства и так далее. Тут мы можем вот Конституцию открыть. Хочешь зачитать 132-ю? 132-я. Глава 8 Конституции. Тоже очень интересная. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. Опять, муниципальная – это та территория, которую они себе назначили. Формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. Устанавливают местные налоги и сборы, осуществляет охрану общественного порядка, про шерифа мы уже говорили, а также решает иные вопросы местного значения. Иные вопросы тоже в законе указаны, какие это иные вопросы. То есть стремление создать ТОС – это не конечная точка, которая за свой счет и на свои средства ведется благоустройство территории или даются распоряжения, а местное самоуправление, оно является высшей формой уже управления, не говоря уже о казначействе. Это уже мы потом, наверное, как-нибудь в следующей передаче подойдем к этому. Мы сейчас поговорили о том, что мы можем местные налоги перераспределять в свою пользу и брать на себя их сбор вообще как бы. Но также мы можем просить гранты государственные из федерального бюджета. То есть, если у нас есть какая-то программа, идея значительная, которую вы хотите реализовать на своей территории, то можно у государства просить грант.
Можно будет... входить в федеральные программы, получать президентские гранты. Хорошо. Вот смотрите, телерадиокомпания «Крым» находится на улице Студенческой. Все люди, которые там ходят на работу, они проходят по улице Курчатова. Вы, кстати, тоже нашли на эфир. Я вас встречал на проходной, вы шли по улице Курчатова. Она убитая, мама, не горюй. Я когда прохожу... Совершенно. Меня... Да, я когда прохожу, жители ж меня узнают и говорят, ну ты там хоть как-то что-то скажи в эфире. Теперь... Если не обращаться ни к кому, то улица Курчатова, на которой живет, там, например, там, ну, тысяча, полторы-две тысячи людей. Ну, может, меньше, я не знаю. Они могут собраться и создать... улицы Курчатова. Уличком. Игорь... Да, уличком. Уличком, который уличный будет... комитет. Кстати, Игорь Васильевич Курчатов, отец атомной бомбы, прожил на этой улице большую часть сознательной жизни. На секундочку. То есть, получается, что жители улицы Курчатова могут создать ТОС, который может создать орган местного самоуправления на этом ТОСе, да, открыть юридическое лицо со счетом, вступить во взаимодействие с налоговой администрацией, с районным советом государственной власти. Получить финансирование и самим же сделать за счет улицу этих средств. И показать всему Симферополю, как это можно сделать. Например. Конечно. Я вам больше скажу, что дорога размеров, как с Курчатова, километр стоит себестоимость где-то в районе миллиона рублей. Никаких 30 или 50 миллионов за километр, увы, ах, нет. Поэтому это абсолютно достижимая цель. 300 тысяч выделяются вообще с закрытыми глазами из бюджетов. А вы можете по 300 тысяч попросить из трех бюджетов, из регионального, местного и федерального. То есть это вообще решаемая задача на раз. То есть создание такого объединения общественного, как ТОС, это вопрос 2-3 недель, и дорога начинает делаться вот через месяц, 2-3 максимум. Опыт Севастополя показывает, что не то что 300 тысяч, даже 1,5 миллиона выделяются практически, ну, отстаньте, вот вам 1,5 миллиона. То есть это такие деньги, которые, в принципе, сразу выделяются. Ну, это бюджетное финансирование, оно лежит, подлежит проверке счетной палаты, это все государственные средства, соответственно, это финансовая дисциплина. Это если вы федеральные средства используете, а не местные. Ага, а местными ты можешь... Местными распоряжаются органы местного самоуправления. Угу. Органы, органы. То есть главная цель инициативной группы – это создание не только ТОСа, а органа... Юридическое лицо со счетом в банке, который может оперировать местными налогами. Абсолютно. А по улице Курчатова есть там пара-тройка предприятий, которые могут нет-нет, да и да. И, в принципе, можно взять из городского еще бюджета. Да. И из федерального. И закрыть вопрос асфальтирования. И сюда даже не, теперь улицу Курчатова будут не просто объезжать, как страшный сон, а сюда будут просто приехать, чтобы покататься. Как это... Смотри выше, хочется сказать. И освещение, и благоустройство, установки урн, отопление. Газификация, канализация. Это то, что все, что мы читали, первое, что приходит все вопросы в голову, вот эти... создание своей пожарной части, библиотеки, клуба и кстати, всего в старом чего городе угодно. Не все кварталы, в общем-то, имеют канализацию. И тоже есть актуальный вопрос, связанный с водоканалом. Там, то есть дорога асфальтированная – это первое, что приходит в голову, и она тоже как часть вопросов местного самоуправления прописана. Вопросов местного самоуправления, их 40 штук, и вчера их зачитали только 30, не осилили даже зачитать. Не, мы 15 вообще или 18 прочитали. Ну да, не все, основных, да. И то это заняло время достаточно. Так что все это решаемо, все это осуществимо. Теперь вот обращаемся непосредственно к жителям улицы Курчатова. Найдите инициативную группу из 3-7 человек, придите к нам на Богдана Хмельницкого. Вот, мы вам выдадим все необходимые бумаги, проинструктируем, что нужно сделать. Можем даже распечатать. И все другие улицы, которые сейчас нас слышат, вы, в принципе, можете подойти в любое время. Вторник, четверг, 12:00, Богдана Хмельницкого, 15. Получить подробную консультацию, получить все необходимые бумаги и запустить процесс, начало процесса местного самоуправления на ваших улицах, на ваших районах, в ваших домах. И благоустройство территории. Мне хочется еще вернуться к вопросу о статусе депутатов, избранных по 95-му или 65-му закону о выборах и о партиях, и о статусе народных избранников, которых выбирают, ну, например, улица Курчатова изберет там 10 представителей. Каждые 100 метров – это представитель.
Это по поводу статьи 40, да? 131 закона. Да, мы в перерыве обсуждали, и оказывается, в законе прописано, что депутаты, которые на выборах тратят колоссальные бюджеты, часто заемные у других сил, у третьих лиц, они по статусу абсолютно идентичны. Через с точки зрения законодательства. Да, с точки зрения и депутатской неприкосновенности, и с точки зрения полномочий и прав. Вот зачитай, пожалуйста. Ну, это речь идет о статье 40, 131 закона о статусе депутата, члена, опять же таки, статус депутата, запятая, члена выборного органа местного самоуправления, запятая, выборного должностного лица местного самоуправления. То есть речь идет о перечислении всех полномочий, которые избираются. Ну да, всех лиц этого статуса, да. Потом, первое, депутату, запятая, члену выборного органа местного самоуправления, запятая, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. То есть это равно. Угу. Ставится. Срок полномочий, запятая, депутат, срок полномочий депутата, запятая, члена выборного органа местного самоуправления, запятая, выборного должностного лица местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Не может быть менее 2 лет или более 5 лет. Ну, тут, собственно говоря, читать о том, что это все через запятую и все равно, в том числе и депутатская неприкосновенность этого лица. То есть, переведя на человеческий язык, можно сказать так, что лицо, выбранное подъездом как делегат, оно в принципе по своим правам равно депутату, который выбран в городской совет, в областной совет. То есть надо понимать, что это в принципе по своим правам одинаковые люди. Ну, тут опять же таки речь идет, я всю 40-ю статью читаю, ну, законы надо читать, то есть, ходя к администрации или собираясь написать какую-то бумагу, надо прежде всего прочитать и желательно распечатанную с маркером подчеркивать, что непонятно или что понятно. Игорь, ты тоже говоришь, читать, законов много написано, почему призываю все-таки прийти? Конечно. Конечно, чтобы все не прочтешь, нужно давать конкретные места, где читать. И мы сейчас этой информацией обладаем. Обратим ваше внимание на эти конкретные вопросы. Или у вас есть какие-то вопросы, которые будут задавать по поводу, опять же таки, муниципальной собственности, ремонтов и тому подобное. Дорожному покрытию, теплосети. То есть все это решается... Опять же таки, на уровне местного самоуправления. И ввиду того, что депутаты избираются и не имеют полномочий влиять на все эти вопросы, они просто старательно стараются от этих полномочий уйти. Ну, то есть делают вид, что они как бы что-то могут, а так как по факту они ничего не могут. По закону у них нет этих прав, они просто делают вид, что могут. А когда к ним приходит лицо, которое по закону может что-то делать, то есть глава местного самоуправления. Тут то есть депутат... возникает вопрос договориться. Я думаю... Ну да, самая главная задача нам не создать, например, конфликты интересов на каждом шагу. Наша главная задача вписать в это деятельность людей, которые заинтересованы в хороших улицах, в освещении улиц, в том, чтобы была канализация, водоканал, чтобы были нормальные условия жизни на территории ТОСа, да, чтобы вписать и вписаться в общее взаимодействие с органами государственной власти, чтобы интересы совпадали. Об этом и речь, что возникает заказчик. Сейчас заказчика нет, а депутат не есть заказчик или администрация не есть заказчик. Она не может подать в бюджет строку о том, что у нас вот такая-то улица не отремонтирована. У нее нету полномочий. Она говорит, когда мне заявку принесет хоть какой-то житель, на этом основании я буду что-то придумывать, как это вписать в бюджет. А если группа жителей? Со словами понятными. Бюджет Крыма выделены огромные деньги, которые сейчас заморожены, из-за чего сейчас большой скандал. Перенесены на 2016 год, потому что нет заявок. И мы предлагаем создать эти уличкомы, местные самоуправления, которые создадут вал заявок в крымский, в том числе бюджет. На эти деньги, чтобы на запрос, эти деньги. Спрос и возник. Эти деньги на эти станут деньги востребованы. То есть власть будет знать, куда их хотя бы деть. И выбрать туда важно, а сюда на следующий год.
но они, тем не менее, уже будут брать в расчет конкретные дела, конкретные улицы, конкретные районы, конкретные города и деревни. И речь уже идет о годах, то есть это не в этом году, так на следующий год, а не о какой-то эфемерной перспективе сделаем. Ну да, вообще на самом деле движение местного самоуправления, оно имеет колоссальный потенциал, и он связан не только с тем, что мы с вами можем там в течение года ближайшего жить в более, европейском по виду городе, а мы еще и можем подготовить из людей, которые живут на улице, и вот как твой приятель Игорь говорит, да, зачем мне быть старостой, я не понял, зачем мне это надо, можно вырастить управленцев, которые на практике смогут осуществить проекты по асфальтированию дорог, по проведению водоканалов или канализации, где их нет, по созданию каких-то предприятий на своих ТОСах, где можно создать новые рабочие места. Все правильно, эти рабочие места, эти же жители, которые живут на этой улице, они также вступят в эту компанию, ну, да, по прокладке тут этой дороги. Степень роста тут не ограничена. То есть ты в деревне создаешь муниципальное, унитарное предприятие, дороги, деревни Злобина, скажем так. Ты меня слышишь. Вот. И потом, построив на своей территории эти дороги, это муниципальное унитарное предприятие деревни Злобина начинает строить дороги рядом. Дороги в соседних деревнях. Территориально-общественном Ну, да, то есть на самом деле тема вдохновляющая, чем заниматься в этой жизни становится намного понятнее людям, которые, например, маются от безделья, не знают, куда деть свои руки. Или ищут деньги, а тут деньги и приходят, и остаются, и выплачиваются на зарплату. Муниципальные унитарные предприятия, готовые строить, у которых есть люди, которые готовы строить соседние деревни, оно тоже остается, и это тоже очередной доход в деревню. Ну, да. Могу как пример один успешного ТОСа рассказать, что начали выяснять, как снизить оплату за отопление, а выяснилось, что ТЭЦ рядышком, она через дома прогоняла для остыва воды, она через дома прогоняла горячую воду. Так когда они выяснили, этот ТОС выяснил, то они стали брать за эту услугу за охлаждение. И мало того, что перестали вообще платить за отопление, а еще стали получать в свой ТОС деньги за то, что они охлаждают для ТЭЦ воду. Уважаемые радиослушатели, конечно, тема поднята достаточно такая глобальная, скажем прямо, то есть она касается непосредственно каждого гражданина Российской Федерации, гражданина Республики Крым, а жителя республики, который проживает на территории, то есть все, что вокруг вас в жизни вам не нравится, и вы все время до этих пор жаловались, что кто-то что-то из органов власти делает не так, вы можете, просто осуществив ряд организационных мероприятий, собственно говоря, создать органы местного самоуправления, решить коммунальные предпринимательские задачи. Вы можете поставить у себя в поселении даже пищевкусовую фабрику, которая может делать майонез и пельмени, как это было при Советском Союзе, и заполнить полки местных магазинов. Это что тоже... угодно. Что угодно, да. Уважаемые радиослушатели, мне маякуют, что время нашей программы заканчивается. У нас в гостях был Игорь Еловацкий, председатель, руководитель рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, и Вадим Малышев, член инициативной группы по созданию органов местного самоуправления Московской области. Хочу напомнить, объявление здесь прозвучало, что по вторникам и четвергам по адресу Богдана Хмельницкого, 15, проводятся мастер-классы и тренинги по управленческому мастерству. Собственно говоря, мы там готовим управленцев широкого профиля и прежде всего для органов местного самоуправления. С 12 до 2 мы можем встретиться и подойти и поговорить с Игорем и Вадимом о вопросах, которые вас интересуют. В эфире была программа... спасибо за участие в нашей программе. Вас также благодарим. Да, в эфире была программа «Бизнес-технологии». Достаточно технологичная такая программа. И, в общем-то, я надеюсь, что полезная. Спасибо за внимание. Социальная информация. С целью профилактики и предупреждения суицидов в детской и молодежной среде